Когда кто-то из близких заболевает, вы просите нас ответить. Я хочу помочь этому человеку. Что я могу сделать? Как я могу помочь? И мы всегда отвечаем. Удерживайте образ этого человека в состоянии полного здоровья и благополучия. И верьте, что его проведут по пути наименьшего сопротивления для него. И он либо поправит здоровье, и благополучие будет восстановлено, либо уберет свое внимание от тела, отойдет в нефизическое состояние, и благополучие все равно будет восстановлено. В любом случае, останутся они или уйдут, благополучие всегда доминирует и восстанавливает себя. И либо кто-то приобретает интенсивный и даже насильственный опыт, связанный с оружием или машинами, так или иначе они совершают свой переход благополучия. Либо кто-то спокойно продвигается в своем жизненном опыте, медитирует, испытывая сладость связи с самим собой каждый день. Кто может сказать: «О, этот жизненный опыт был просто чудесным, и я думаю, что сейчас я обращу свое внимание на другой аспект моего бытия». И он закрывает глаза, улегшись спать, и совершает переход и обнаруживает себя в состоянии благополучия в нефизической форме. В любом случае, каждый оказывается опять в состоянии абсолютного и полного благополучия.